Святой Викентий жил в конце III века и с детства состоял на обучении у мудрого пастыря, епископа города Августополя, блаженного Валерия. Когда пришло время совершеннолетия юноши, образованный и красноречивый Викентий был рукоположен епископом в диакона. Сам епископ Валерий был косноязычным, посему он благословил проповедовать Слово Божье и в храме, и в народе своему диакону, прекрасному оратору. В то же время, по приказу императора Диоклетиана, в испанский город Валенсию прибыл правитель Дациан с полномочиями разыскать и казнить христиан. Правителю тут же донесли о мудром епископе и его диаконе-проповеднике. Скованных старца его ученика воины повлекли за собой из Августополя в Валенсию. Там бросили избитых в темницу, где не давали им ни пищи, ни воды. Первым допросу подвергли епископа. Но старец говорил тихо, косноязычно, как-то неуверенно. Тогда вперед вышел святой Викентий. Самую прекрасную проповедь в своей жизни произнес святой перед судьями и собравшимся народом, исповедуя и прославляя Бога в Троице Славимого, Отца и Сына и Святого Духа. Старца отправили обратно в темницу, а диакона предали на пытки. Многие муки прошел святой Викентий. Его распятого на кресте били и жгли раскаленными прутьями. После пыток мученика бросили в темницу. И ночью стража с удивлением слышала, как он пел псалмы и видела в темнице неземной лучезарный свет. Наутро святого Викентия предали сожжению. Мученическая кончина его последовала в 304 году. ...24 ноября, день памяти святого мученика Викентия Августопольского.